попала бомба, и вот это все было разрушено. Здесь лежат 12-метровые плиты железобетонные, они очень тонкие, и они разрушились полностью. Это было первое рождение этого комплекса. Члены сборной команды Украины на дивлячись. О! Я рыдал, потому что это мое детище. И я понимал, что уже не подлежит восстановлению. Я не ожидал, что это чудо свершится. Сегодня родился бассейн второй раз. А, насосы, все размороженное, там немецкие насосы стояли. Все новое поставили. Все было негодное и не подлежало восстановлению. Понимаете, кроме бассейна. Ну, слава богу, вот ванну не разрушило. Вот слава богу, саму ванну. Что? На моих глазах все это происходило. Какой был бассейн, в каком состоянии, и как его красиво привели, все. Вот мы дождались, первый день сегодня после танца мы пришли в бассейн. Жити, конечно, в Харкові, ну, трохи напружно, но це рідне місто. Трохи тренувався зараз в других містах, басейнах, ну, ждав, коли відчиниться басейн, ми зможемо поплавати в рідному басейні.